Всем привет! Что это такое? Пока мы ждем суперкучатского робота просмотр, что мы сейчас другое посмотрим. А ну отпусти тогда. Сейчас я. Погни на меня. Там лопата, там декорация. Там подвеска есть, но она жесткая. В каком смысле жесткая? Ну, жесткая не в смысле сложная, а в смысле тугая. А-а-а. Ну, короче, подвеска, но такая. Ну, да, ну в принципе, на машину нормально. Ну, на такую именно. Ну, с декором, если. Просто подвеску легко сделать, а декор с подвеской. Я пробовал. Подвеску я тебе сейчас покажу, что там с механизмами происходит. А, ну не обязательно, ну можно. От первого лица мне интересно. О, видно. Почти что. Ах, теперь не видно. А, руль поворачивается, там, что ли? Механизмы снизу. А, руль еще поворачивается. Да, руль поворачивается. Я не заметил. Да. Ну, там вон дно полностью проработано. А, ну я вижу, там шарниры. Тут, значит, руль еще поворачивается. Только вот я поворачиваю налево. Испортил все видео. Придется вырезать. Что это было? Это может еще показать? А тут руль этот крутится. Смотри, ты настрой нормально. Я поворачиваю направо, он поворачивает налево. Ну да, я забыл настроить. Я планировал ее доделывать, но конкурс начался. Я вот забросил ее быстренько и начал на конкурс. Ну, давай еще что-нибудь посмотрим. Если хочешь. Пока ждем твоего друга, чтобы посмотреть эпичного робота. Ой, машина на глазах развалилась. О, бочка меда. Это не мед, это. Эх, обманули. Это декор для корабля, там грандиозный проект, который я не буду показывать. Ах ты! Тут реально много чего. Ой, это что за бойки такие? Вот... Такого нету. А, это старые конфетные. У меня нету. Можно покататься? Лодочка старая, ладно. Отпускай, я на старых лодках умею ехать. О, нормальная лодка. Куда она тережусь? Не, я имел в виду старая, то что она делалась очень давно. А, тут есть. Ну, паруса я недавно на нее добавил. Это что такое? Да, люк. Люк мы уже устанавливали на корабль. Тут вот всякая еда будет, вот мушкет я скидывал. Ого, рыба. Хлеб. Колбаса. Вы что, как пират будете колбасой питаться только? Колбасы не ели. Вы... Я установил интернет. У пирата тоже все так, одна колбаса там. Ну вот тут мушкет. Ну, друг. Вот самое первое, что тут было сделано, это мушкет. О, сабля. Только жалко нельзя одеть. Мушкет, да, реально красивый. А что-нибудь из этого всего интересного одеть можно? Ну, по идее, да, но я не пробовал. Сижу я на бутылке. Ну, я по крайней мере, единственное, что я пробовал тут одеть, это вот топор, вот этот вот топор. Ничего, мы сейчас все оденем. Дайте мне ружье, я пойду драться. Ружье большеватое немного, но я не знаю. Сейчас оденем, не переживай, это уже мои проблемы. Советую брать правой рукой, немного вот подвинь вот сюда, а правой рукой я тебе подскажу эти баги. Не, у Хэ, смотри фокус, типа, берешь сначала пистолет в руку, потом садишься, убираешь пистолет, и рука вот в таком положении остается, вот. Эх, я помню про этот способ, но постоянно забываю про него. А, ну ладно. Потом покажу еще машинку на шестеренках. Там. Так, беру пистолет, значит. Этот способ постоянно забываю. Пистолет сначала... Нет, сначала пистолет, потом... Ну, я понял. У меня просто не получилось. Да. Ниже уже... на 1,5 ниже. Ща, проблемы небольшие. Как говорится, технические шоколадки. А, еще на... И так сойдет. Ладно, сойдет. Ладно, давай ниже. Я хочу просто, чтобы красиво. Ладно, красиво будет, чё. И назад немного, назад. Да ж, блин, нормально все. Ладно, нормально. Да мне уже ружьё, я в бой хочу. Все, я готов. Ой-ой-ой. Так, сейчас отанчуривает. Ну, что сказать могу? Коллизию тоже раскались. Это вот знаешь, как на Красной площади солдаты маршируют. А, ду-ду-ду. И пашут вот так. Не, можешь реально коллизию брать, хотя нет. Надо, чтобы только двумя руками одержал. О, как РПГ держишь. О, нормально. Только пушку внизу надо убрать. На российский суперсолдат. Суперсолдат. Так, ну я, короче, могу так бегать, так стрелять сюда, куда-то. Да, он предусматривался как... ну, я его просто по приколу построил, но потом я его на корабль пристроил. Бросаем оружие в бездну. Так, ладно. Конфет-топор. Такую лютую дичь покажу. Там машинка на радиоуправлении, тоже с подвеской. О, можешь расфиксировать? Садись там на F-камера и кататься. Он реально на подвеске. Ого. А что это за дичь такая? А, дичь такая. Ну, я по приколу ее сделал. Я решил такой машинки подвеску. Ну, она максимум в полблока заберется, да. А-а-а!
максимум. Это ее нет, ты ее сделай не такой, ты ее по длине платформу надо было. Она так потом ее в длину надо. Я вот так сделаю маленькую. Ладно. Ну, типа, как бывает же на дороге, типа, скорость поменьше. Пум. Ну у нее хоть и скорость на 50, но она не особо быстрая. Ну потому что тут колеса твои. Малюсенькие. Колеса маленькие, кастомные, да. Ну так, ой, блин. Это ДП предусмотрено. Сломалась машинка. Вот если колесо так делает, я не почему. Запасного колеса нету. Вот минус машинки, то, что там колеса натягивают. Ну так, если без этой штуки, то нормально. Едет как машина. Ну то, что она так подпрыгивает, все такое, но. То, что колесо наверх вылетает, это плохо. Да, это. Ну это из-за подвески, там она такая капризная. Ну да. Еще что-нибудь хочешь показать? А, ну да, у меня много чего есть. Я. Так, что могу загрузить? Я загружу сейчас баян, который я строил с друзьями на билдбатке, и там машинка еще не доделанная там под баянчик. Стоп, чего? Баян. А, играть можно? Нет, играть нельзя. Это для декора. У нас билдбаттл с друзьями был. Мы инструменты музыкальные строили и. Можно покататься. Сейчас механизмы сделаю прозрачно. Так, ну вот это сделай. Так, а вот тут еще одна деталь. Да, ладно. А у вас есть роль мастера-билдера? Ну, типа... А, мастер-билдера у меня нет. Я в Chill Studios только недавно получил 5-й левел вместе с Сегой. Сейчас покажу вам. Я вот... Как получить мастер-билдера, не знаешь? Сейчас. Ухо. Я, конечно, знаю. Мне сказал челик, который получил. Типа, а как, можешь рассказать? Вроде, надо попасть 4 раза постройки недели. Ну только постройки недели я не понял, что это за постройки такие. Думаю, это Hunk of Flame. Bolt of Week. А, понял. Стоп, сейчас я посмотрю, подожди. Там Bolt of Week, там, я не знаю, они рандомно как-то выбирают, поэтому... Они не рандомно. 4 раза надо попасть, по-моему, там еще другим... А, это победители одной там... недели. Одну неделю проходит, ты за это время выкладываешь постройки, попал в Hunk of Flame и лучшую постройку туда ставят. Так 4 раза получаешь мастер ботера. Там, по-моему, я слышал... Там дают трофей крутой фиолетовый. Там еще есть второй метод, там выиграть один раз в Boat of Season, ну, лодка сезона. Ой, блин, там знаешь, это как вот сложно. Зимние постройки, но там прям лютые билдеры сидят, поэтому... Не, это весь мир соревнуется, там очень сложно выиграть. Можно попробовать? Я хочу тут мастер билдера попробовать, только время надо. Можешь показать постройки, я потому что не знаю, какие у тебя постройки даже. А, потом, вне видео, может быть. Короче, вот, эта машинка на шарнирах, ой, не на шарнирах, она сзади на шестеренках, короче. Шестеренки крутятся. Да, я давно такой механизм увидел, вот решил построить, вот. Как раз тот пират, которого избушку ты обозревал, вот он... Это не избушка, дом на колесах. А, он такой строил? Он такой мельница, я помню, мельница. Там шестеренки были расположены немного по-другому, там у меня более сложно они расположены, у него просто... А, понял, ну тут да, это сложно. Так. Я хочу сделать для нее деко, вот знаешь, такие старые, ну, первые машины? Ну да, знаю. Ну да, в принципе, подойдет, если сюда делать такую машинку. Можешь сделать, если хочешь. Я хочу. А вот эту гармошку я хочу одеть. Одеть? А вот ее одеть возможно, так. Сейчас даже там... Типа, бум-бум-бум, сейчас какую-нибудь эмоцию включу. Только пистолет в руке надо убрать.